Всем привет, кого не видел. Продолжаем разбираться в игре Valorant. Сегодня очередной выпуск с фишками, которые обязательно вам помогут поднять скилл, если, конечно, вы будете ими правильно пользоваться. Итак, поехали. Первая фишка для совы, она, конечно, не новая, но некоторые до сих пор о ней не знают. Это то, что можно к бомбатрону прикрепить разведывательную свою стрелу. Обязательно это используйте, если у вас есть напарник, который играет на рейс. Следующая фишка для Сайфера на карте Сплит. Подходим вот сюда, целимся и откидываем свои клетки. Вот так вот кидаем. И в данном случае после их активации, тут видите, невозможно просто ничего просмотреть. Это нам поможет в случае того, если мы заняли точку Б и нам надо будет удержать. И Сайфер держит эту позицию. Если он успеет поставить туда свои клетки, то 100% не даст зайти с этой позиции противник. Убираем рейс. И на карте бинт можно прокинуть вот это вот окно спокойно. В данном случае целимся сюда и откидываем гранату. Граната падает в центр. И здесь, если подпушивает защитник, то мы можем его убить или покоцать как минимум. Ну а если мы играем за защиту, то когда пушат бани или сауну, можно откинуть вот таким вот образом сюда гранату и нанести урон своим врагам. Перенесемся на Heaven. Здесь есть вот такая фишка. Если мы на окно кинем рюкзак, то вот сюда можем на текстуру так запрыгнуть. Я думаю, это скоро пофиксят, но пока это работает. С этой стороны, мне кажется, выглядит это более имбово, если отсюда прыгнуть на эту текстуру. Кстати, по поводу подсадок, многие задают вопрос, можно или нельзя подсаживаться в Valorant. По факту нельзя, но если сильно захотеть, можно и звезды, как говорится. Поэтому на некоторые позиции все-таки можно забраться, не всегда это получается с первого раза, но в принципе это реально. Поэтому если у вас есть друг, который вас может подсадить, вы можете спокойно это сделать. Не обязательно при этом играть за джет. Можно это провернуть с любым агентом. На небольшие возвышенности все-таки можно забраться. Ну а с джет я вам уже показывал, как делать мега бусты. Выбираем джет. И на карте сплит здесь можно вот так вот выбрать эту позицию. И с помощью ее прыжка залезть вот на эту балку. И здесь принять типа, который будет поджимать, допустим, вас. Для него это будет неожиданно. Это минус фраг 100%. Можно это сделать, кстати, в обратном положении. Но это, наверное, не так будет профитно. И еще один прикол, который я хотел вам показать. Это связано с звуковым эффектом рывка джет. Вот так вот пол. Она делает рывок. И таким образом вы обманываете своего противника. Я не играю за джет, поэтому я вам покажу на примере одного игрока. Как вы видите, он откинул смог, сделал рывок, получается, в пол. И таким образом он надурил Сайфера, бедолага. Поэтому используйте этот прикол, если вы играете на джет. На этом у меня все. Я надеюсь, вы для себя нашли что-то полезное и интересное. Если вам понравилось что-то, обязательно про это напишите. На этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.